Перспективы развития района в условиях санкций и падения рубля рассматривали на заседании коллегии. Были оговорены конкретные действия для того, чтобы не допустить повышения цен и низкого уровня жизни. Основной упор будет сделан на развитие сельского хозяйства. В этом году планируется прирост продукции в этой отрасли. Все меры направлены на развитие экономики района с использованием его внутренних ресурсов, таких как выгодное экономико-географическое положение, благоприятные природные и климатические условия, наличие запасов полезных ископаемых, обширные лесные угодья, наличие плодородных земель для развития сельскохозяйственного производства, близость к городским рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции. Учитывая, что все равно основными источниками собственных доходов бюджета является отчисление от имущественных налогов, и налога на доход физических. То есть главную задачу мы видим в проведении мероприятий по выявлению земельных участков и другого недвижимого имущества, облагаемого налогами, легализации отношений, борьбе с выплатой серой зарплаты, создание новых и развитие действующих предприятий на нашей территории. Рассказовский район – аграрный район. Его базовой отраслью является агропромышленный комплекс, сельское хозяйство. Поэтому основное развитие должно идти вместе с этим направлением. Были озвучены и другие меры, направленные на помощь жителям в связи с кризисом. Там хочу до вас довести, чтобы как-то снизить социальное напряжение в селах, мы решили, значит, развить сеть дошкольных учреждений. Вот в самое ближайшее время мы планируем открыть группу полного дня, значит, в Васильевской школе. Мы планируем в самое ближайшее время, значит, открыть детский садик Верхний Спас, там мы уже определили место, это будет в школе. Значит, на 30 мест будем делать собственными силами. Мы планируем открыть группу полного дня в селе Кёрша. И мы планируем открыть группу полного дня в селе Пича. Это поспособствует в этих ситуации, значит, родителям найти какую-то работу, найти средства к существованию, даже. Что хочу сказать, это полностью обрабатывать свой усадебный участок. Также в районе планируется создание торгово-закупочного кооператива, который будет заниматься покупкой овощей и другой продукции с последующей реализацией. Будут проводиться ярмарки выходного дня, где будут представлены товары только наших сельхозпроизводителей. Планируется развитие и личных пособных хозяйств.